Тарились картошкой, ездили на рынок. Так, у меня здесь что? Так, фитнес опять взяли, нам очень понравились. Вот на столе классные такие, вообще вкусные. Орбис я большую сразу взяла, потому что я просто обожаю жвачки. Это у меня клубника и банан, тут у меня что, персики, чеснок. И это грунт, экзо. Ну вот, название переворачивать уже не буду. Здесь что-то так, ну, а это мужа, его с шоколадом. Вот такой вот у меня бардак, смотрите. Потому что вчера были гости, и это была жесть. Все, он валяется, да, брюс валяется. Так, тут сейчас я вам покажу. Взяла вот такой горшок, купила. Долго искали подставочку, миску, да, из-под горшочка. Ну что такое? Вот чтобы у меня что-нибудь не упало, вы, наверное, заметили, это буду не я. Так, вот такой горшочек вот под вот этот цветок. Фиалка, да, или как называется. Надо все это пересаживать, поэтому землю купила. Ну вот, кстати, взяли попробовать. Муж мне купил этот ликер. Виктория Морелла. Не знаю, не пробовала, с ананасом. Так, это штучки. Мягкие прочные салфетки хозяйственные. Тут они что-то показывают. Так, взяла мешки пакетные. У нас там их несколько штук. Мы здесь сразу взяли. Опять я взяла такой горшок. Уже в предыдущем видео показывала. Я покупала, мне он так понравился. И знаете, забрала я этот последний. Стоит мне чего-то коснуться, и люди начинают разбирать. Так, значит, купила я пать. Вот у нас яблоки. Мартини там стоит еще со свадьбы, никто его не пьет, что меня вообще никак не люблю я. В общем, я взяла опять, по-моему, драцена, да, драцена, фрейк, голд, что-то. Вот уже подсыхают листики, надо пересаживать. Вот. Фиалку, значит, и взяла две штуки. Сразу две, чтобы посадить, это фикусы. Два фикуса. Надо сажать уже. Вроде как. Стоим надеть уже в холодильник, куда они там мясо, курица была. Сейчас я вам покажу штучки, которые я купила. Это эти. Включила кондиционер, потому что невозможно просто дышать нечем. 38 градусов. На сегодня у нас 6 сентября, по-моему, или 5. Да гляну, так это ацикловир против этот герпесная. Так. Сейчас покажу, что взяла. Взяла, значит, в специальном магазине. Мне ВКонтакте запросилась девочка. В общем, называется бутик Ариана Косметик. Ну, магазинчик. Ну, такой, знаете, все для маникюра, педикюра. Там куча лаков, косметики. От фирмы Флюранс. Ручная заточка. Взяла ножнички. Скорее всего, мужу. Далее. У нас уже такие есть. Но они у нас за... Как... Ну, все, короче, затопорились, я не знаю, затупились. Ну, кусачки маникюрные для удаления кутикул, ручная заточка, изготовлена. Золенберг, поставщик. Короче, Германия. Вот. Уже, по-моему, такие брала. Мне что нравится? Мне нравится, что вот это вот соединена. Такая вот штучка. И не надо париться по поводу, что она там отходит там, или еще что-то. Поэтому... Лично я знаю только вот эту фирму, другие я не знаю. Остальные все вот такие раздельные, ну вы поняли, о чем я говорю. Взяла себе, значит, такие резинки. Одна розовая такая, потом совершенно не гладкая, не гелевая такая. Такая. И оранжевая вот такая. Видите, вот это отличается. Такая, не знаю, мне так она понравилась, вот эта резиночка. Интересная, шифоновая. Здесь сердечко, но по мне так сердечко могло бы быть и лишним. Не понравилось, мне так классно. И еще вот такую себе взяла. Здесь получается, ну, я люблю, мне прикалывают вот этим. Я опять в квартире потеряла. Пипец, вечно все теряю. Где-то ведь завалилась, может быть, кот игрался, закинул под диваном, еще что-то. Есть такие тонкие, да, но вот это вот толстая ткань довольно-таки, и вот он этот бантик. Конечно, я хотела бы там розовую, но почему-то, как всегда, была голубая.
Так, для ногтей взяла наклейки. Это у нас цветочки. Пакет летает от плитки. Дальше. Вишенки, куда без них. Писк сезона. Правда, я никогда не клеила. Гляньте на мой маникюр, ужасный. Никогда не клеила на такие на ногти. Я не знаю, вообще получится у меня или нет. И божьи коровки. Вот. Это для ногтей. Взяла, попробовала. Сразу несколько, потому что это ехать в другую часть города. Я не знаю, может быть, где-то и продается рядом, но... Я знаю, когда вот мне там есть группа ВКонтакте, да, там я узнала адрес, я туда и поехала. Там же мы картошку купили, то есть там большой рынок. Конечно же, и в этом же магазине я, в общем-то, зачем туда ехала? Я ехала за вот этими тату, металлическими татушками, как сказать, да, временные металлические татуировки. Тоже никогда их не клеила. Взяла вот такую, это то уж у нас вот браслет, наверное, делать. Одна, потом такая цветная. Вот. Они сейчас в моде. Поэтому вот такую. Тоже, видите, сразу набрала, чтобы... Если не понравится, то кому-нибудь подарю там детям. Можно и на улицу выйти, раздарить. Дети будут рады. И вот такую вот морской стайл. Вот я на YouTube видела, что вот именно якори, они как бы ценятся там вот на отдыхе. Чаще всего их клеят. Вот такие вот были у меня покупочки. Да-да-да. Купила мужу от перхоти клеер. Взяла попробовать большой объем. Написано, максимальный объем дает против перхоти. Да, перхоть, перхоть. Она такая. А, взяла этот, и в подарок, в общем, шли вот такие перчатки женские, написано тут Акс, такие довольно-таки прикольные, как раз скоро зима у нас, вот, не знаю, тут, наверное, можно будет пользоваться на сенсорном экране, я не знаю, зачем вот эти они выделяются, скорее всего, для сенсорного экрана, для удобства, в общем, наверняка, может быть, вы в своем городе тоже видели с такими вот, они были прилеплены вот так, сзади шампуня, вот таким образом. Но я взяла, думаю, была не была. За ту же сумму, но с подарком. Варятся пельмени. Ой, вареники. Я вам забыла показать вот такой овощ. По-моему, овощ, не фрукт, мамардика. На свету, вот. Он у меня пропал. Я его даже не разрезала. Видите, он у меня пропал. Все могут посадить, кто имеет дачи. Гляньте, что внутри. Кто имеет дачи, также все могут посадить. Вот. Растет он у нас в России, растет. Привез. Целую пиццу он слопаем. Пришли домой. Решили купить пиццу, купили, заказали точнее. Пиво. Брючка. Наконец-то мы купили жесткий диск. Па. Ой. Ноутбук. Очередные покупки в магазине Магнит. Так, это у нас, кстати, вершина. Это я сейчас заходила, мы все бегаем по делам, бегаем. Это вершина, это Магнит. Ой. Значит, в вершине у нас Лейс. Большая, такую упаковку первый раз вижу. Это сметанный лук к пиву. Значит, Несквик. Люблю очень этот шоколад. Икра селедки. Мы очень любим мазать ее на масло, на хлеб. Так как дома целый день не было, ничего не приготовлено, я взяла курицу по-новоанасырски. Видите, 250 рублей, считайте. Так, хватит. Вот. Далее жвачка. Люблю жвачки. Орбит. И пиво. Это разливное. Так, это Магнит. В Магните... Что-то течет пиво. В Магните яйца, масло, виноград, салат. Вот этот хлеб, батон точнее. Вот этот вкусный салат, который мы любим. Салфетки. Я без салфеток вообще не могу есть.
масло растительное, масло сливочное, там лимонад, кубай, вода простая. И лук репчатый там, и колбаса чесночная нам очень нравится, две штуки. Все, устала, долго показывать не буду, вытаскивать все. Так, я решила посмотреть фильм, называется «За последней чертой» с участием Игоря Талькова. Да, сейчас пью чай, и тут не видно будет. Вообще, здесь у меня блины я нажарила, купленные с этим творогом. Сейчас будем глядеть. Как я могла пропустить этот фильм, не знаю. Быв фанаткой Талькова, Бодрова, Цоя, Соцкого в свое время. Как могла пропустить, непонятно. Я ждала ведь. Что будем смотреть? Ждала. Вот. Потом Буратино богатенький перевернулся. Девочки, сижу с герпесом, лечусь. Так, мы на лоджии. Так, мы, значит, планируем ехать в отпуск. Так, и я вот хочу показать вам книжки, которые мы купили читать. Туда, значит, мой маникюр, как всегда, желает быть лучшего. Значит, муж себе взял в дорогу Лев Гумилев, автора «Труси до России». Как-то он... Вот. Такая вот книжечка. Твердая... Значит, твердый материал, хотя надо было брать легкие, потому что все-таки это тяжесть. Вот. Он уже тоже начал читать. Я тоже стала свою читать. Уж больно интересно. Значит, вот что у нас здесь пишется. Выдающийся историк и географ Гумилев. Вот. Ее цена... Без оценки, то есть, видите, одна наклейка, это 256 рублей, как была, так она и есть. Это муж себе взял, я себе взяла, как всегда, психологию, куда же я без нее, популярную психологию. Автор Барбара де Анджелис «Секреты о женщинах, которые должен знать каждый мужчина. Любовь, отношения, страсть». Тоже уже начала читать, вот. Ну, она интересная книжка, конечно. Всемирно известный эксперт в области личных взаимоотношений, автор многочисленных бестселлеров. Она ведет авторское телешоу, ежедневную радиопередачу, также проводит семинары для тех, кто хочет разобраться в себе и построить успешные отношения с близкими людьми. Эта книга – мой ответ на все мольбы о помощи со стороны мужчин, также женщин, и расскажу вам обо всем, что, по мнению женщин, мужчины должны знать о том, как их любить и понимать. Барбара де Анджелис. Все мифы о женщинах. 10 мужских привычек, которые выводят женщин из себя. Значит, тоже без оценки. 260 рублей. Есть аналогичная книга, по-моему, в синей обертке. Это «Секреты о мужчинах», которые, естественно, надо будет мне также прочитать. Ну, я-то это все знаю, но буду немножко, конечно, подсовывать. Может быть, в туалет подложу мужу. Буду просить, чтобы почитывал. Вот. Это мы взяли в путешествие. Ну, моя, знаете, она тоже тяжелая. Она тоже как бы толстоватая, она тяжеловатая. Даже тяжелее, чем вот эта книга. Вот. Так что вот так вот. Хотя и тонкая. Такие цветочки мне подарил вчера муж, принес. Так вот, я выложила, значит, видео по поводу нашей новой стенки, да? И вот цветочки стоят, блин, такие, так приятно на самом деле. Вот поставила я в эту вазу, которая вот здесь стояла. Если вы посмотрите предыдущее видео, у кота эпилепсия. Очень приятно на самом деле, когда не по поводу, без повода, так скажем, дарят цветы. Это очень приятно, да, Брюс? Как, приятно тебе, нет? Такой специфический запах, по-моему, вот этих цветочков. Желтый с белыми. Такая радостная. Ну, приятно, конечно. Что ж, внимание все-таки. В общем, короче, я, как всегда, разложила тут свои эти рваные штуки, вещи, шорты, джинсы. Купила, значит, я ткань. Вот, видите, одну я уже зашила. Ну, естественно, я такую не могу найти прям похожую. Вот таким путем.
Только я лоханулась, надо было вот так. А я, видите, совсем по-другому. Вниз у меня пошел рисунок. Ладно, хер с ним. Вот эту вот штуку надо сейчас зашить. Вообще зашивать как-то неудобно. Я шью вручную. Здесь тоже. Думаю, шить, не шить. Наверное, вот эти большие зашью, потому что мне не нравится. Жиры-то видно. Да, Брюс? Мои цветочки. Сейчас включу какой-нибудь музыкальный канал. Надо работать. А то скоро в отпуск. Я ничего и не делаю. Брюс! Кс-кс-кс-кс-кс. В такой коробочке у меня нитки. Это система контроля здоровья. Тенториум. Приходили такие бочонки. Программа основана на одновременном использовании 6 натуральных продуктов, приготовленных на основе продукции пчеловодства и экстрактов растений. Вот у нас что здесь было. Так. Ну и здесь у нас адрес. Это изготавливает город Пермь. Так. Начну трудиться. Так, магазин «Вершина». Мы купили, как его тортиком назвать, панчо, да? Очень вкусный, нам очень нравится. Потом кисель черничный, масло крестьянское сливочное. Далее зубная паста, вот вкус. Далее, далее, от комаров тут различные, различные. Детские, потом... Вот такая фирма, и от нее же другая. И сама упаковка, ла-ла-ла. Так, сегодня ничего не вылазит. Говорят, что будет много комаров. Так, это хлеб на бутерброды. Также... Футляр для зубных принадлежностей Travel. Этот, как его, туристический. Масло для интенсивного загара от Garnier. Быстро впитывается. Я тебя вижу. Шоколадка. Так. Пепельно-темно-русы. Раз. Так. Пепельно-темно-русы. Два. Дальше. Икра судака. И икра селедки. И мне захотелось грибов. Целые маринованные. На-на-на. Такие аппетитные, да? Выглядывает, гад. Сейчас я вам покажу свои покупки вещей, которые я купила в связи с тем, что мы едем отдыхать. Ну так, думаю, чуть-чуть слегка пошопаюсь. Но проблема в том, что, как всегда, летние вещи уже пора покупать потеплее. Такая вот расклешенная, не знаю, кофта, размер L-ка. Она, конечно, небольшоватая. Ну, с моими габаритами сегодняшними уже нормально. Я все толстею, толстею. Очень красивый перед. Сзади, значит, вот так. Это зад. Такая вот. Как его назвать? И сейчас я вам переверну. Чтобы было понятно. Вот, это зад. Мужу тоже очень понравилось. Все не мог понять, где перед, где зад. Говорю, вот это зад, само собой. Вот такая интересная. Мне почему-то хочется сказать, что это блузка. Ткань я вам не скажу, но такая какая-то, не знаю. Я в этих тканях особо не разбираюсь. Может быть, трусы, конечно, не показывают. Но такие вот трусики... якобы хлопок. Мне просто иногда интересно покупать все такое более-менее. Но это не хлопок, это смесь все-таки синтетика, я больше чем уверена.
Сейчас я вам покажу. Ой, господи. Вот. Тут написано хлопок. 100%, как они заявляют. Но разве хлопок тянется? Вот, не знаю, почему мне захотелось что-то такое простое. Дальше. Сейчас, пока я тут разложу. Конечно, проще снимать видео формата, держать камеру, нежели чем садиться готовиться напротив. Мужу купила вот такую кофту. Очень, не знаю, мне понравилась Madden Turcia. И ткань такая нежная-нежная, мягкая-мягкая. Вот. Боялась, что не будет одевать, так как розовый цвет, но ему понравилось. И уже дома мы нашли изъян. Это вот этот. Смотрите. Либо оставить и носить так, как есть. Либо идти за розовыми нитками и шить. Потому что мы скоро уже сейчас их носить. Уже хоть завтра. Так, себе носки взяла. Розовые, серые, черные, опять серые. И такие вот светлые. Ой, а где этикетка? Уже отвалилась где-то. Вот. Ну, они, знаете, они вот здесь дырочками, поэтому они все равно будут пропускать. Говорится, холод, воздух. Только сейчас носить. Не дырявые. На зиму. Что-то другие теплые. Далее себе я купила вот такую кофточку. То бишь это на лето. Как раз останется на следующий год. Как видите, ананас. Тоже размер большой, по сути. Больше, чем... Ну, я сама тоже Турция это. Истанбул. Или что-то тут написано. Вот, а сзади вот такой материал. Нет, жаркий стан. Сейчас у нас, конечно, уже все холодно, холодно, холодно. Сейчас я расправлю другую. Вот эта мне вообще большая, но зато приятно. Ничего не липнет. И... Не знаю, как-то так. Ну, в общем, сзади вот такая вот сетка. Аналогично, чтобы дышала спина. Я выбрала такую яркую. Со смайликом. Вот. Это. Потом вот такую, типа, а-ля блузку взяла. Вот от нее этикетка, размер М. Тоже на размер она мне больше. Но чтобы в грудях как-то особо не упирала, не давила, я взяла на размер больше. Скажу честно, я никогда не носила такие размеры. Я раскабанела, что тут скажешь? Ничего. Кстати, вот так вот. Обычная-обычная блузка. Ну так, перейдем к фикс-прайсу. Заехала вчера в магазин, купила такую штуку в фикс-прайсе. В фикс-прайсе я была не... давно не была, точнее. Вот кот уже на нее обращает внимание. Это чучело садовое. Я взяла, конечно же, как сказать, в цветы поставить в горшок. Вот. Мне показалось она интересная очень. Не смогла пройти мимо и не взять ее. Влажные салфетки антибактериальные. Новинка, таких раньше не было. Активно очищает, дезинфицирует кожу. Таких раньше не было. Потом вот такие пластыри взяла в поездку. 20 штук. Вообще я хочу, чтобы выпускали вот такие все 20 штук. Они начинают пиндюрки вот эти сувать. Мне вот такие вот очень устраивают. А-ля хотя бы вот такие. Вот. Потом скотчи. Клейки и ленты 4 штуки. Цветные. Ну, мне вот это понравилось. Вот эти вообще 2 одинаковые. Я даже... Вот они, полосочные. Это с фикс-прайса. Потом вот такую зажигалку взяли большую. С котиком.
в очкастом. Очкарик, котик. Как сказать? В общем, газ, да, самим уже сюда не всу никак. Никак. Орбиты, леденцы. Я уже их открыла в машине. У меня же горло всегда про жвачку Орбит. Вот такую прохладная мята. В смысле, я же всегда, как это сказать, горло. Ну, мятными всякими с осадками. Так, для интимной гигиены салфетки две штуки. Потом взяла такую коробочку. То есть что-то написано, это шкатулка. Материал, ну, сами знаете, понимаете. Да. Взяла, конечно, я для бижутерии, ну, так сказать, кольца снимать в ванной комнате. Я думаю, что теперь она заржавеет там. Вот такую вот штучку. Очень красивый рисунок, вот этот розочка. Это да-да. Ну вот. Дальше салфетки вот такие. Те, которые раньше я всегда покупала. Мне привычные. Нежели чем вот эти, да, теперь раз взяла. Дальше, естественно, Чистин. Наконец-то я доехала до Чистина. Взяла три в одном. Я беру либо три в одном, мне нравится, либо универсал. Там взяла на свой страх и риск, потому что очень обкоцанная бутылка какая-то. То есть штампуют, гляньте, но не сильно видно будет. От бабушки Агафьи шампунь. Черная баня, там была еще белая баня с таким составом. И соцветия амурской липы. Ну, понюхала, пахнет каким-то пивом, я не знаю. Будем пробовать. Так, и последнее, что у меня осталось, это вот такие вот губки целлюлозные. Я вот последний раз покупала. Мне так, девочки, понравилось. Такая классная штука, так даже вот приятно просто к ней прикасаться, честное слово. Вот. Вот такие вот. У меня были покупки перед отъездом. Клейкие ленты взяла вообще, чтобы сумку обклеивать, чтобы мы потом не перепутались со своими сумками чужие. Вот так вот. Что у меня получилось? Правда, отсвечивает, вам не видать. Как же ж... В общем, я засунула вот горшок для цветов. И вот что у нас получается. Никак, да, вот не сделать. Ниоткуда мне не убрать. Ну, ничего страшного, я думаю, что вы поняли. Вот. Мне кажется, классно смотрится. Хотела вообще вот в этот за горшок, но что-то мне кажется, в этот лучше. Он залез. Вот так вот. Ну что ж, на этом будем заканчивать свой влог. Будем собираться в отъезд. Как говорится, пожелайте нам удачи в бою. Все-таки переживаю, чужая страна. Я в чужие страны еще никуда не ездила. Ну, в иностранные, за границу, в общем. Вот. Я имею в виду там, где особо не разговаривать по-русски. Вот и все. Я не имею в виду страны СНГ. Блин, я еще... Брюс, глянь, какая у нас... Ладно, всем пока-пока.